Привет всем! Мы находимся в ночном клубе Space на грандиозной вечеринке под названием Emotion Event. Приятная новость. 12 декабря открывается сайт emotionevent.net. Самые яркие события клубной индустрии, а самое главное – фото и видеоотчеты клубных вечеринок. Ребята, как настроение? Отлично, нормально. Вообще, после одного акцента и одного бокала шампанка – отличное настроение. Сейчас мы зададим пару вопросов одному из самых ярких представителей транс-культуры в Молдове, диджей Болт. Я хотела бы вас спросить, как вы вообще связали свою жизнь с музыкой? Ну, дело в том, что я с детства как бы любил музыку и до сих пор люблю ее слушать. Я как бы и мечтал об этом, чтобы самому встать за диджейский пульт и поднять людям настроение своей именно музыкой, которая мне нравится. Что для вас вообще значит транс-музыка? Ну, транс для меня значит... Во-первых, как гармония, любовь и к тому же энергия. Вот энергия позитива и движения. Вы вообще первый раз у нас в Коголе? Да, конечно, я впервые в Коголе, впервые в Спейсе. И вообще очень рад этому, что меня пригласили. Вот, и познакомился с ребятами, которые организуют ивент Emotion. А сейчас мы поговорим с нашими организаторами. Это два молодых амбициозных парня, Саша и Иван. Здравствуйте, ребята. Здравствуйте. Ребята, у меня к вам такой большой вопрос. Как вообще вам пришла такая идея организовать такое большое движение у нас в Кагуле? Саш. Иван, расскажет. Дело в том, что 12 сентября, не так уж и давно, был фестиваль Emotion на центральной площади города Кагула. И сегодня состоялся как бы первая вечеринка, да, самого фестиваля в клубе Space. Мы пригласили...